Сегодня будем рисовать красивый весенний венок. Для начала нужно обвести что-то круглое, чтобы получить заготовку для будущего венка. Добавляю этой заготовке толщину. И делю ее пополам, чтобы найти расположение бантика. Намечаю упрощенно его форму. Внизу, сбоку от центральной линии, добавится гнездо с яйцами. А выше намечу двух висящих на шнурке декоративных птичек. Осветляю получившийся набросок клячкой, и теперь можно прорисовать все более аккуратно. Обводить по контурам линером будут только бант, птичек и яйца в гнезде. Само гнездо и силуэт венка обвожу легкой линией цветным карандашом нейтрального оттенка. Простой карандаш убираю и будем переходить к раскрашиванию. Цвета будут нужны такие. Бледно-розовый, ярко-розовый, лимонный, средне-зеленый, ярко-голубой, ярко-синий, средний коричневый, два теплых серых, очень светлый и потемнее, и черный. Начинаю с самых светлых элементов на венке. Это будут цветы какого-то дерева, у меня яблони. Возьму для них для начала самый светлый серый. Пока просто размещаю их равномерно по всему венку, немного выходя из-за его края. При желании можно рисовать другие цветы и использовать для них какой-то другой оттенок. Рядом с крупными цветами нарисую более мелкие нераскрытые бутоны. Также добавлю в гнездо светлое перышко. Дальше постепенно усложняю вид цветов, добавляем сначала лимонные, а потом и розоватые серединки.
а также намечаю вокруг цветов листья и маленькие листочки возле бутонов. Теперь закрашиваю голубым яйца. И сразу можно придать им объемный вид с помощью синего. Также закрашиваю и прорабатываю объем розового банта. Дальше можно закрасить и проработать текстуру самого венка. Сначала добавлю вокруг цветов и листьев внутри силуэта венка обводку коричневым маркером. Этим же цветом теперь прорисую веточки, из которых венок сделан. А также по кругу намечу веточки гнезда. Весь объем получившегося венка между веточками заливаю слоем теплого серого. Пока венок сохнет, закрашу птичек. Базовым слоем будет идти лимонный.
А дальше утемню голову, спинку, крыло и хвост сначала голубым, а потом сильнее синим. И даже еще сильнее голову и кончик крыла можно утемнить коричневым. Клюв и живот для более теплого оттенка тонирую бледно-розовым. Дальше закрашу бусины и шнурок, на котором птички висят. Теперь возвращаюсь к венку и займусь его усложнением и детализацией. С помощью синего придам листочкам объем, закрасив половинку каждого из них. Дальше беру черный и проработаю текстуру веток на гнезде и на венке. Также добавляю тени под всеми предметами, чтобы их силуэт четко выделялся на фоне веток. Некоторые ветки могут сильнее выбиваться по краям венка, придавая ему такой более растрепанный вид. Сверху прохожу коричневым, чтобы немного смягчить резкие штрихи.
Дальше можно добавить на выступающие ветки пушистые кусочки вербы и зеленые листочки. Добавляю объем на новые появившиеся листья. А сверху можно кое-где пройти лимонным, чтобы придать зелени более яркий и сочный оттенок. На бант хочется добавить более глубоких теней. И еще какие-то более толстые ветки на венке. Завершаю все оставшиеся мелкие доработки и будем переходить к финальной детализации. Все цветы, листья и ветки обвожу по контурам линером.
Также прорабатываю перышко в гнезде и добавляю мелкие детали на птичек. И осталось добавить немного бликов белой ручкой. Приглушаю слишком яркие акценты светлым серым. Вот и готовая работа. Ставьте лайк, если вам понравилось рисовать. Свои рисунки выкладывайте в Instagram и добавляйте мой хэштег, если хотите, чтобы я их увидела. Или на мою страничку на Boosty в комментариях под постом с этим уроком. Первые 15 работ я добавлю в одно из следующих видео.